прыгают хорошо на Nothing to Say, а начинают бить амилами, без всего, нет пока ничего, Ятора нажимает дабл килл, нажимает люди, нажимают, сделают дабл килл, трипл килл от Ятора, нужно бежать за Nothing to Say, МГГ пишет LGD, я не верю, спириты, 1-0, гранд-финал, у LGD забирают карту, что происходит, блядь, ну ладно, я честно скажу, я не в настолько в восторге, потому что, у директора хуйня. Так, смотри. Все могут нагу возвращают. Нагу. Ну ты просто на хп наги смотри. Вот просто я смотри. Я вижу. Они не могут ее бить. Смотри, Урса просто все это время Урса бьет. И беспонтовая абсолютно драка получается для ЛГД. Ятора разворачивается и находят они медведя. Приманивают ОРМ, но там убивают. Хорошо. И этот сюда. Хорошо. 1-0. О, да. О, да. Овердрафт тотальный. Прям вообще... Иллюзии убили в это время. Просто иллюзии убили парня на Рапторе. Они переждали в ультинаге все кнопки и пошли обратно. И под Титаном просто рассыпался на Урсе. Агильный кор против Титана. Все, но он просто не жил. ГГ. Кто этого ждал? Один барак упал, Ятора просто бегает кругами, он просто фуловый, у него 4000 здоровья, два пальца, две руки, ему абсолютно на все плевать. Ну вот, наконец-то пошел дэмэдж, Трататокио выходит сейчас из низа, это Трататокио живой, коллапс тоже здесь, Урса, провокация, минус Урса, Ятора убивает двоих подряд, продолжается у нас атака, дабл дэмэдж, не дабл дэмэдж, простите, БКБ было, Трататокио не убили, это ГГ один, вот что? У меня нет слов. Это чемпионская игра? Ну, а как иначе? Ну, просто нет слов. Да, просто отличный драфт. Мы наблюдаем, как команда... Сетка есть, сетка на месте. Бэтбиана АФК пока стоит, иллюзия его просто месяц. Да, ему больно, хотя... Ну, не так больно, а вот сплиттер не попадает. Хорошо, и вот еще сеточка. Еще одна сеточка, БКБ Урса нет, Торонто Токио против Прет, у него Аегис, он может его разменять, если даже получится, будет шикарно. Висп, еще парочку ударов ему накинут, он Висп успевает уйти, выбили Аегиса с Торонто. Так, отойти, все, они да, БКБшки нажали, все. Вышку все забрать, просто забрать бараки, сторону. Все, да, и в сторону уйти. Можно забрать, возвращает но кого? Это Ятор, ему Ятор, вообще ему на твой глимс поебать. У него еще и слип, если что, у есть. У него да. Все есть, да, у него Тараска, бабочка, ему те вышки не дамажат его. Так, 45 секунд для контропа, время есть. Ходить немного. Не надо, да, ходить не надо. Просто ломай, круши базу. Иллюзии. Там иллюзии справляются. А нечем вообще их убить, они пипец крепкие, эти иллюзии. Ну давай, нажми ульт на фунтисы, давай, распушим. А он поехал? Он реально поехал? Он въезжает, в стройку. Оп, дизраптор не успел ультимейт нажать, без бойбека сдох. Так, сон пошел от Наги, катается на Финтусе 1, всем плевать, Урса под БКБшкой, дерется, сон заканчивается. Наруто Токи успевает уйти в диссимилейт, хорошо, Нага закидывает сетку, в очередной раз энрейдж заканчивается, Урса погибает моментально просто, нет байбека, и туда же, просто трон, просто ГГ первый. Ох, хорошо. Надевай пока, надевай, надо заряжать. Да заряди ботинок. Кстати, скорее всего, ГГ. Да нет. Ну они. Кстати, Урсе пиздец не везет на башу, он не может забашить. Ой, все. Это ГГ. Вторую надо сносить. Блин, что-то вообще ли ты? Лил иди. Посмотрите на этого Пангалера на 15 уровне, и вы поймете все. Какой это 3-2-2, бро, все нормально. Посмотри на его талант. И что там? Ладно, его охуел. Я в тильте. Россия, ура! Россия, Узбекистан.